Всем привет, ребята, с вами Рязан, Revolution, и мы играем в Digger Online, это Копатир Онлайн, но он вышел в Стиме, вот, и в честь этого события... Такая жесть, масса! Такой удар! Просто тут собрались ребята, мы зашли на сервер, и все танцуют, все рады выходу на игру в Стиме. Да, я тоже давай, а то чё я? Ага. Так, давай. Ой, боже, это такая жесть. Еще и строят. Это резинка и строительство одновременно. Эй! Ой, могу, мне жопу болел. Слушай, брат, ты слышишь, папанатом разговаривает, ты знаешь, кто я, слышишь, а? Ты знаешь, чей я сын? Чей ты сын, Аллаха? Бога. Да ты чё? Аллах это не Бог? Да ты чё, блядь, говоришь? Нет. Ты сын собаки, эй. А где Рябикс? Уябикс. Я не могу, сука, блядь. Аллах, Акбар. Зачем ты ему сломал? Зачем ты сломал? А дай строительство. Братан, у меня есть музыка прям подходящая для тебя. Дай строительство. Ара, попроси нормально как следует. Быстро! Все, понял. Быстро! Дай строительство. Ты чё, Рязан? Дай строить. Реф, это и... Ладно, похрен. Так, а лучше пишет. Балла зигнул. Алло, я могу строить, Реф, я могу строить! Сейчас я вылезу и ты ко мне, слышишь ты? А ты чё, строить жизнь не умеешь, сюда пришёл? Слышь, мне будет до меня быстренько. Реф, он чё-то... Слышь, они меня, короче, закопали и закрыли, блядь. Подожди, а где ты, Реф, где ты? Я в яме, нахуй! Кто тебя закопал? Да дебилы эти, блядь! Эй, а, знаешь, выпусти меня! Где ты? Я тебя найти не могу! Я из могилы вас достану, слышишь? Где тебя закопали, придурок? Видишь, там, короче, деревянные блоки, и там, короче, меня закопали. Тут много их! Я тебя спасу, брат! Подожди, я тебя спасу! Я тебя спасу! Рекс-кис, Рексик... Подожди, Рев, я тебя спас? Нет, меня никто не спасет. Бля, хочу строительство. А где ты, сука? А, вон он ты! Ара, брат, выпускай, бля. Я тебя спас! Спасите моего брата! Спасите моего брата! У меня голос как у Хачика, лол. Ой, брак, хуй. Ну, ладно. Дай строительство, пожалуйста. Пас, закрыл, знаешь? Где звук? Я строю, Реза. А, Реву дали строительство. О, мне тоже дали. Рев, я могу спасти тебя. Брат, подожди. Я спасаюсь, сам спасаюсь. Так, сейчас чувак упадет вниз. А чё он висит еще? Он от еблом своим цепанулся и не падает. Давай, падай, сука! Где ты, слышишь, а? А как он висит в воздухе, Васа? Ну, читер. Чё за хрень? Смотрите, читер в воздухе. Оп, попали, давай, закрываем их нахуй. А, всё. Давай. Замуровали. Он выходит, Рев! Гондон, давай, закапываем его нахуй. Закапывай. Вот там чувак еще один. Все, закапывай. Так, подожди. Просто муруем их, как бункер. Давай, муруй, я пока песню подходящую найду. Он копает. Давай еще песню. Блять, кашель заебал. Я ломать могу. Я твой рот ломал, видишь? Иди нахуй. Ты побудал, Джуде. Ой, весели бан. Он что-то реально, походу, злой. Рев, знаешь, что лучше здесь подойдет? Это про... Почему он...
Заебал ему телефон пиликать, мне ВК пишет, мне пиликает он. Ага, я думаю, что это такое? Я думал, это кто-то там какой-то говорит, кто-то типа... Забей, у меня телефон сдается, звуки с контактами пишут, блядь. Ай, жесть. Слушай, Реф, давай знаешь, что лучше? Вот это вот... Иди сюда, я слышу, вонючая. А, все, все. Сейчас будет, братан. И вот это ему скажи, типа. Слушай, мы тут нормальную хату построили такую. Прям убежище. Ребят, гляньте, мы сооружение века сделали. Сооружение века сделали. Слышь, эй! Блюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А ты решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. Анонист, чертов, будь ты проклят. Пью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо. Сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты говно, жопа. Ой, боже, это... Ты говно, жопа, слышишь? Так, модератор... А, Таня нас... Тюня. Не Таня даже. Я ебал. Ой, Реф, это слишком много матов на один выпуск. Зато, правда. Зато, да, копатель вызывает. Ты чего обзываешься? Я не знаю, что с Ревом случилось, нормально играли, и тут он начал таким вот... Лезгинка. Что здесь происходит? Ну, хоть это строить. Так, чё, пойдём, Рев, воевать, копатель? Мечта моя... Моя мечта в этой игре — это построить хуй. Построй. А у тебя есть строительство? Пизан, тут не надо особого ума. Ебать, копатель — это реально, Смотри, я сделал. Пацаны, вы слышали, да? Ебать, копатель — это реальная игра. И вот... Смотри. Знаете, на коробочку это распечатайте, типа С. Рязан, я сделал. Блять. Да я сделал, покажи. Смотри. Вот они. Где? Я сделал. Вот это вот. Давай я тебе сфоткаю рядом с ним. Прям на него залезть. Сверху встану, подожди. Давай. Сломаешь блоки, окей? Давай. Пиздос, а как не трогать? Я сломаю, подожди. Так. Пасть закрыл. Пасть закрыл. Тихо, одну эту. Бля, у него разные яйца, Реф. Нормально. Ладно. Одно яйцо от матери, другого от отца. Давай, знаешь, какую песню надо? Есть у тебя Александр Пистолетов? Включи давай. Это смертельную битву? Да. Или что-нибудь типа того. Там у него какая-то есть песня. Давай. Вот у меня. У тебя есть такое? Есть, все есть. О, Реф, я думал, ты нормальные песни слушаешь. Подожди, дай я ему хотя бы яйца одинаковые сделаю. Так, подожди. Я нормально песню слышу. Давай. Ну и чё? Как не найдено, чё за дерьмо? Как это не найдено такая песня? Подожди. Я ещё удивлён, что нас отсюда не кикнули, что-то новое. Во! Да хватит пиликать, блядь. Да выключи всё. Ребят, идите сюда все. Реф, я сейчас соберусь. Да забей, у меня пиликает, хуйли. Да вы, не, ты пока отключи. А как идите отключить? Все сюда, сейчас будем вечеринку устраивать, ребят, приглашаю всех. Кто хочет в клуб, пойдемте. Сейчас я попробую. Вот эта баба стоит, пойдем, да. Нам нужны девушки. Сейчас, подожди, я попробую. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня никак не зовут, так, вибрация, индикатор. Как тебя зовут, пойдем с нами. Сортировка. Пойдем с нами, пойдем. В клуб, пойдем. Реф, давай, готовь. Дам оповещение в настройках, господи боже. Подожди, сейчас я это отключу, вот эти пиликанья. Какие-то звуки обоссанные, блин. Так, идите все сюда. Давайте. Так, кто еще? Я отключил, Все сюда. Так, короче, строим клуб. Стены вокруг вот этого вот строения. Только строение не разрушите, самое главное. А вокруг него сделайте стену большую. Типа мы в клубе. Давайте сейчас быстренько. Подожди, ты пока не врубай. Сейчас я. Так. Сам ты член, Вась. Это строение, вы о чем? Это шедевр. Так, я делаю, короче, клуб, подожди. Так. Не горбатые, не рогатые. Подожди, Реф. Смертный гладиатор. Рано, Реф. Рано. Ты уже разошелся, я смотрю. Так, подожди. Так. Ногти словно бритвы. Кулаки его набиты.
Во. Так. Во, смотрите, это первое, что мы нормально строим. А то так, а что мы исполняем? Что-то делали. О, гля, клуб получается. Делаем, делаем. Смотри, Рев, мы клуб строим. Клуб. Что за листики? Яйцо, пацаны, яйцо слишком большое. Уберите его. Кастрируйте. Вот это вот надо сломать, да. Так, чистим, чистим. Почему нет звука ударов? А что вы исполняете? Подождите. Рев, подожди. Не-не-не, не, строение не трогайте, только вот вокруг. Добейте стену, ребят, вон там в конце. Подожди, а что не исполняют? Тут вообще нету звуков. А, ну да. Мы делаем клуб, Васса, подожди. А ты будешь главный диджей, короче. Бойцовский клуб, что ли? Первое правило копателей в клубе. Никому не говорить о клубе. Понял вас. Так. Все, 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 все сделали. Так. Так, все, все на месте. Давайте становимся, короче. И смотрим вот на него. Он сейчас нам включит музычку. Это поле битвы, это поле битвы. Сейчас все деремся сразу. Мы не можем драться, Рев. Включай, давай. Нормально, давай, можете драться. Давай, зажигай. Все, ребят, погнали. Деремся. Ай, такую тему замутили. Жалко, мы друг друга не можем убить. Дерите, дерите, что вы это? Бегаем. Я вижу, что в набрежье. Рев, сука! Блять! Член сломал! Член сломал, алло! Вы себе позволяете, дебилы? Надо новый член строить. А, все, не могу, Рев, давай закончим выпуск, бля. Они член сломали, ой. Бывает, бывает. Ой. Что за люди вообще непонятные? Строишь им член, ломают. Ой, бля. Ты строишь им член, они их ломают. Пошли нахер отсюда, что ли? Пошли нахер. Это был Диггер Онлайн, спасибо, что смотрели. Идите нахуй.